Я умею быть один, подолгу. Люди, которые умеют быть наедине с самим собой подолгу, говорят, это сильные люди. И я могу позволить себе заплакать и в кадре, и на сцене, и в жизни. Мне кажется, это тоже плюс человеческий. Значит, не мертвый человек. Театральная сцена – это здорово. Это настолько честно. Прокололся – это не кино, дубль не сделаешь. Зарядился на 3 часа, и 3 часа по-честному. И никак иначе. Я каких только сволочей, ублюдков, мерзавцев не играл вообще. И садистов, и насильников, и просто сумасшедших людей. Ну, допускаю, именно потому, что во мне это все есть. Мне бы хотелось верить в то, что друзья мои говорят. Друзья мои говорят, что я добрый. Я добрый, непонятно, почему играю все время мерзавцев, злодеев. Но я, может, и добрый, потому что вот замечаю вот это все. У меня были случаи, когда я отказывался от ролей злодейских. Отказывался, потому что, ну, мне злодей важен, если я могу в нем за что-то зацепиться. Почему он злодей-то? Что произошло-то? Где он ушел в эту сторону? Добрых людей, конечно, прежде всего люблю, добрых. Но они ущербные очень часто. Я, наверное, за то, чтобы добро было все-таки с кулаками, хотя это не божественно. Давно же известно всем, да, нет хуже зверя на земле, чем человек. Но и в этом своем зверстве, конечно, он тоже интересен. Не зря же мы снимаем все эти ужастики, все эти фильмы с месивом кровавым. Есть в людях интерес к этому. Есть роли, которые не подходят мне, я им не подхожу. Поэтому, ну зачем? Я очень хочу так же, как и все остальные, сниматься постоянно, и как можно больше, и как можно разнообразнее. Но есть роли, которые не мои, ну что делать. Сыграю, наверное, если не все, то многое. Даже не знаю, от чего бы отказался. Но это очень опасно. Вот я когда называю, какую роль я бы хотел сыграть, то я чаще всего эту роль не играю. Мне было бы интересно сыграть роль, которую играл Мамонов в «Острове». Я думаю, что это моя. Я бы сыграл такое. Я лукавить-то не буду. Кино, наверное, все-таки я смотрю чаще. Гораздо чаще, чем читаю книги. Нет, в литературе все, конечно, глубже, может быть, и интересней. Но звуков нет, изображения нет. Все, только фантазия. Кино. Так меня часто просят, чтобы я каменный был. Прям совсем-совсем. Тяжелый, каменный, просит. Ну вот, хотят меня таким видеть. А я вообще-то нервный. Я вообще-то нервный, подвижный. И мне хочется, чтобы у меня была возможность куда-то там вильнуть.